у меня будет возможность ответить на ваши вопросы. У вас будет возможность, соответственно, их задать. И я тогда, наверное, прошу включить фильм и приятного вам просмотра. 200-й день зимы, мороз и отналет сегодня принимает пролетарка. И сквозь огонь и лед счастливый звездочет несет пакет с гуманитаркой. Открылся райский сад для кошек и детей, над городом сгустились беспилоты. Какой донецкий марш, послушай, Амадей, разучивает в парке минометы. Живет мой город, не страшась свинца. Пусть играют дети, и ветер колышет простыни. А иначе придется нам вписывать в паспорта вместо города до мучительный город после. Я бы хотела прочесть стихотворение, которое когда-то тоже спасло нерожденную жизнь, потому что я его написала для своей подруги, и мне хотелось его написать так, чтобы она передумала, да, потому что, ну, вот все слова прозы, они уже не работали, вот, а это сработало. И я знаю, что этот текст, он спас очень большое количество потом, ну, люди просто цитировали его, передавали, и потом вот Олеся Шигина, она сняла фильм на этот текст. И вот я хотела просто завершить. Почему? Для того, чтобы вы знали, что вот есть такой текст, и вдруг в вашей жизни кто-то к вам придет за советом, подруга, там, не знаю, сестра, там, не знаю, младшее поколение. Вот, а вы, и когда у вас, может быть, будет не хватать слов, чтобы убедить женщину не совершать страшнейшую ошибку, вы сможете вот достать этот текст мой. И, возможно, он спасет еще жизни. Вот я бы на этом хотела завершить, потому что должен быть свет все-таки. Но текст, конечно, очень печальный. Лилия Михайловна, опытная врач-гинеколог, когда спрашивала об абортах, всегда понижала голос, чтобы никто из очереди за дверью не слышал, как сознаются в серийных убийствах. Лилии Михайловне 2 года до пенсии, 6 лет до инсульта. Белый халат, белых волос, гулька. Совсем не старая женщина, а седая. Родилась в середине мая и умрет в середине мая. Нерожденных звала кукушатами, не случившимися осинками. Лилия Михайловна не умела прощать. Ее об этом и не просили. Они стали к ней приходить на 20-й год практики, не случившиеся учителя, пианисты и математики, ангелочки в лохмотьях, не знавшие колыбели. Санитарки пытались прогнать их, но не сумели. И куда бы ни шла врач-гинеколог, они топали рядом с ее подолом. Хоть и маленькие, они отставали, наступали босыми ножками на ее сандалии. Она видела их до последнего дня мая 2001-го. Называла их то мои ангелы, то мои демоны. Они обращались к ней,
то тетя, то мама Лиля. Умирая, она молилась о них, Марии. Это знак нашей любви, просто знак огромной любви и признательности.